Вы знаете, я оптимист по натуре, потому что все-таки театр, кино работает с людьми, с аудиторией. И наши зрители ни в коем случае не должны быть в состоянии уныния или тупика. Вот в данном случае я хочу сказать, что мы все равно оставляем надежду. Вот во всех моих спектаклях, фильмах у меня всегда в конце есть надежда. Знаете, выражение «свет в конце тоннеля» — это очень верно и мудро. Я уж не говорю о том, что уже давно известно, что какой-то свет в финале жизни человека — это некая открывшаяся совершенно другая ноосфера, я бы сказал, и так далее, и так далее. Так вот, сейчас в это сложное время я оптимист, потому что мы вдруг стали ценить больше русские наши вещи. И мы сейчас... раньше, помните, стоял вопрос о самоидентификации. Да что ее искать? Надо просто ставить наши русские пьесы, нашу русскую культуру, не популяризировать. Тот, кто хочет, он обязательно напитается этим источником. Потому что я никогда не думал, что у меня будут такие бешеные аншлаги на спектаклях, скажем, «Пиковая дама» по Пушкину. Ну уж совсем, казалось бы, всем известный сюжет. Правда, там замечательные актеры, и Вера Васильева в роли графини. Но совершенно меня потряс «Маскарад». Сейчас его расхватывают, билетов нет, уже весь октябрь продан, и ноябрь даже. Мой премьерный спектакль в Малом театре «Маскарад» зрители полюбили не потому, что они не знают сюжет, а просто стихи, стихотворная драма. Вот этот вот замечательный как бы источник русской культуры — это и есть оптимизм. Замечательно играют актеры, Борис Клюев играет Арбенина, Нину играет Полина Долинская. Там все хорошо, Носик, Невзоров. О чем я хочу сказать? Вот если у вас... грустное настроение, или вы в ощущении того, что вы запутались, или ощущение какого-то тупика. Чтобы обойти тупик, надо его обозначить. Не бойтесь прийти в театр со своими проблемами. Вы обязательно увидите ответ, даже если этот сюжет не о вас. Но вы невольно будете сочувствовать, подключаясь к театру, вы отключаетесь от собственных проблем, и потом щелкнет ваше какое-то решение и так далее. Я просто, наверное, не работал бы в этой профессии как режиссер, если бы... не обратная связь. У меня очень часто зрители говорят, что там подходят иногда, я в этом смысле контактный, вы меня спасли от депрессии, или у меня было плохое настроение, а сейчас я ухожу в хорошем состоянии, я окрыленный из театра. Вот это и есть смысл. Если вы хотите сказать, как бы в чем русская идея для меня она в культуре. Потому что я еще раз говорю, все исчезает, нефть может закончиться, все что угодно, а русская культура... Искусство никогда.